Suicide Squad! Attack! Ой, блядь! Ой, блядь! Два долбоёба. Всем привет и приятного аппетита! Сегодня будет немного необычная катка. Мы в Дискорде с Яриком, это одна из калибровочных игр. Уже без стрима катали, поэтому в 10 сидели. Немного будет такого общения, такого на канале раньше не было. Нереально за контрпикан. Играю против антимага, рейсхинга, бестмастера. Я вообще хз... Очень сложно играть для Тейчеса. Получилось трудно, но вы сами это все увидите. Приятного просмотра. И да, сегодня мы едем в горы. Так что, кто хочет больше увидеть, больше узнать, пишите в комментариях. Может, сделаем влог, как мы делали по Занзибару и Греции. Ну, посмотрим. Обещать ничего не стану. Приятного просмотра. Там монтаем опять. Ну что за хихиру, я не понимаю. Дайте нам хоть раз приятного героя, да? И так, наверное. Не, ну как я заметил по нашим линиям, типа мы как бы глотаем на старте. Ну хотя... О, там Алоха. Все, поехали, надо затащить. Не, ну я просто не понимаю, какого черта я должен играть в игру, где просто... Все, давай, соберись, там Алоха. Там один чувак играет на Люкане, а второй раз он пикает Рикки Мару с Дримстроуком, и ты такой сидишь, не понимаешь, что вообще происходит. Ну когда это уберут уже? Там медовый антимаг. Что вообще происходит в отеле? Причем меня напрягает вот это вот. На белке я стабильно могу так стоять. Надо ее уметь на белку. Сейчас парни шапнут второй уровень. На Undying. А ты записываешь? Да, записываю. Я думаю, если я Discord еду, то так. Могу тебе фласку дать? Делать, он пока, он второй, знаю. Кстати. Ты умер. Нет. Фласку дам, отойди. Вот чувак играл в покер, никого не трогал, блядь. Ну иди в покер дальше играть. Он сейчас вином купит. Не, он вином не купит. Я видел, кстати, у него что-то этот... Стримы чекал, у него что-то было, типа, сессия не зашла в покере. Поэтому пошел в глотку. Короче, ты тройка, блин. Я тоже так хотел тебе сказать, как раз порадовать, так сказать, новостью. Ну и еще я тоже не особо так. Эксперт, что побольше. Так он же стримит, да? Подойди поближе, я этот прыгну на трубку испо. А, ну ладно. Меня сейчас убивать хотят. Так, где он там стримит? На втором мониторе. А что ты хочешь делать? Подглядывай. Не-не-не, пожалуйста, без этого. Да поздно уже, я открыл стрим. Ты так не рофли, окей? Это не то. А вырежешь? Не, я не хочу. Ну, типа, это не то. Не надо так говорить. Ну, я товарда не ломаю. Я так для себя. Не, на самом деле он заслуживает. Ну, что это за андайн? Иди фарми крипов, я не знаю, он меня не подпускает. Он думает, что я тройка, короче. А на самом деле мы же его переиграли. Давай пробьем его сейчас. Я не пробью, у меня второй скол. Гений какой-то. Там живешь? Возможно. Там тапок уже у Рейскинга, да? Все, я второй. Ну все, камбэк пошел. Че, Рейскинга срезаем? Давай. Как, мы его точно срезаешь? Да как ножиком прям, по горлу. Ну, трав. Да. Нет, да я скорее всего погиб. Больновато. Ну я тапок купил, как у тебя по деньгам? Вот Event Lace, я смотрю, нормально. Ну так правильно, как бы, ты же четверочек. Поменьше должно быть денег. А то непорядочно. Бери, качайся. Мне нравится. Может, это ты все-таки? Ну а что, я дахер все равно куплю в этой игре уже. Че, настолько все плохо? Ты за 4 минуты не можешь камбэкнуть? Типа... Да нет, у меня ничего нет, я в дахер выхожу. Дискурсов чистый, все. Ну поехали. Там просто без мастера мне будет очень душно, конечно, в отеле. Там без мастера, антимаг, я хз, что могло быть еще интереснее.
меня зонит. У нас снайпер кири. Андай в топе, да, пошли задушим этого типа. И чё, у меня бласт есть. Куда мне его кидать, правда? Что-то сомневаюсь, что мы его задушим. Да? Ну да, не будем. Я отвод делаю там. Давай, я пойду на базу. Пока пофармим немного. Сейчас так надо ходить заодно. Че, твои кости забрали? Получается так. Че, что так? Костями разбрасываешься. Опять курьер куда-то прется. Как мне закупало, я каждый игре даю по два курьера минимум. Я не понимаю, он просто пустой выходит, ты понимаешь? Вот пустой курьер, он куда-то прется, я не знаю, как я на него нажимаю. Так мы должны забирать его за это, ну-ка. Такое впечатление, что он живет своей жизнью. Нашел. Но здесь портал не еще, да. Нашел и потерял. Слушай, а что мы хотим против такой линии делать-то? Типа пулить нам надо или что? Как вообще выходить из ситуации? Мне кажется, это пьюри невозможно. Ну типа минер верно, андаем ВК. Ты сам видишь, что один ВК, он уже набит нас довольно серьезно, а тут еще андаем придачу. Это просто, ну, проблема именно такого баланса. Гниющий труп на зомбаре бегает быстрее, чем я. А я как бы. С крыльями. Я, конечно, понимаю, что это особенный зомби, что он опять в начале игры силен, но так он же теперь и в полайте довольно серьезный противник. Его штапнули довольно серьезно. А мне как герой в начале игры ничего не мутил, а так и не может. Мне кажется, курсу надо убрать у этого героя, будет нормально. Он тогда задумается. Нормально, нормально, я за экспойдом. Опять пустой курьер прется. Что-то у тебя с миндами, значит, там не то. Мне кажется, я... Нет, я просто купил сапог, нажал на X и забрал сапог в лавке. Понял? Не совсем. То есть... Ну, я вот очень старался. Сейчас попробую. Я пока мертвый, получается, забираю предмет, нажимаю на X забрать курьера. Но забираю его, он остается в тайнике, понял? И забираю его через тайник. И, видимо, курьер из-за этого ко мне придется. Так, я тебе линию оставляю, я пойду антимагу, короче, ловить. Ты как, потянешь? Конечно. Надо, кстати, затестить. У меня почему-то появилось предположение. GG, they're taking all the fucking runes, they're demolishing us bottom. Relax, we can win. Just chill and play. Maybe it will be hard, but we can. Wee!
like a tree. Ooh. Let's go. Че, ты, блин, да, четверка, правильно? Чего? Четверка, да, в итоге-то? Да, да. I have no spells. Ну, лучше так. Their middle tower has fallen. Your top tower is under attack. Hey, TP. Ульт. Опа, рейскинг ушел. Надо выше сосить. Okay, you actually don't wanna ult him. Keep the DD for me. Off we go! Опа. Nice. Улучшение. We can't just let them farm, boys. They have Right King AM. Right King has ulti on cooldown, can kill him. Stages. В чем будет забавно, если мы эту игру выиграем? В итоге все предыдущие вроде бы адекватно играли в твоих. Ну. Сейчас победим. Дота 2. Нормас. Опа, минка здесь, я вижу. Право. Вот она. А ну подорвись. Так, ну что, победная получается, так смотрю. Нормально. Ну, пока гасим, молодых. Почему бы и нет? Сколько тебе после этого осталось? Три? А, две. Сейчас три уже. Ну, после этого можем как бы
Остальные сливать уже, и будет какой-то сота, получается. Не, ну копировать-то нехорошо. Я считаю стабильность это залог успеха. Причем я же тогда еще на текисте через арчит играл. А, я на Мангекинге мид пошел, не на кэрри потом. Тоже расстарался. Слушай, а ты, если ты снимаешь квартиру, ты в Украину переехать не хочешь? Зачем? Стать членом великой украинской нации. Там квартиры дешевые. Да, дешевые квартиры и в России можно найти. Просто у меня родители в Москве, поэтому не хотим. В Москве-то нельзя найти на дешевую квартиру. Нет, ну можно. А в Украине, ну, в любом случае, за одну московскую можно 3 киевских купить. Сам понимаешь. Нет, тут родители. Стоит задуматься. Зато перспективно как. Ты как минимум получаешь украинское гражданство, это уже как бы это... Ты сам понимаешь. Ну, да. Скоро все равно весь мир на гривну перейдет. Слишком легко, я считаю. Рассказываю. Слишком имбово. Не то. Смотри. У нас вон сменяемость президентов есть каждый год. Становится, правда, все хуже и хуже, но то такое. Зато сама суть. Право выбора получается. Здесь вижен где-то. Что это вообще такое, ну? Так, Ерик. Ну-ка, хорош быть самым, ну, вот слабым стоит звеном. Центряк здесь, стоит центряк здесь, меня все равно видно. Чувак просто прыгает мне в лицо. Please, can we do things? Ничего, мы рожь-то не хотим, нет? Не, здесь нет вижу. Здесь точно нет товар, получается. Не, ну там просто сокол, но он далеко летел. Я не знаю, как у него вижу, правда. Что происходит? Ну и что мне вот сколько делать? Давай, надо, да? Угу. Фига, это ты сам продумал такое? В плане? Чтоб его кентавр подстанил еще. Ага. Получается так. Гений на стримере. У меня как бан грязит. Yeah, I want that. Что-то ты мину не взорвал. А там мало было. Ну так надо было бы линзу бить. Let me take the run. Подожди, ты про какую минуту, я не понял. Вот эту? Одна единственная стоит. А-а-а, my bad получается. Шел. Чё-то мы темп сбавляем, по-моему, да? Нехорошо. No, it's okay. Морфе не ошибется, то по идее. Ну, то есть морфа шейкер так-то потенциально еще есть. К этому гоню надо купить. Софер. Ну, купит рано или поздно. Еще? Нас там уже в разворотку пинают. Навести какой-то дэмэдж добавить. Эх. Что, смог? It's not time yet. Where's a good little mine? Hmm.
20-м. Плохо вышло. Там шаль плюс это глиммер на анданге. Нормально. Убулся. Can we do have rush damage? Can I mine Russian? Слушай, он там сейчас два раза должен убить его. Право. Не отпускай. Не мог. Мало. Но он дайнга хотя бы. Да не видит их, что ли. Блять, чувак мигается, когда я мертвый был. Вообще ничего не смущает. Виноват. Не, по-моему, по классике все. Выигрывать не собираемся вроде. Хочешь с ней сделать, не понимаю. Может, не надо? Yeah, don't be scared, just go on a high ground. Сейчас он, блять, он рор нажал меня. А, тут еще этот тип. Someone take farm bottom. The enemy's middle tower has fallen. Dire's courier has been slain. Он Тараску собирает. На антимаге? Да. Да ты чё? Ну, ривером. Да. Оу. Я понимаю, Тараска имба на данный момент. Её будут фиксить, но не настолько же.
Не? Видимо, не. Ты! Ой! Oh my god, ладно. Digging bounty some chick. You should just look. Пригодится. Я опять думал, мой курьер сдох. Я не удивился. Can we Russian morph? I'll get mine's rush. I have Manta dead. Так, задушил Алоха. Ты дал? Да, красиво. ВК, смотри. Надо только как-то сбить. Может, закинь трапу? Я не смогу. Никогда а, трапу. А хотя откатывается. Трапа, трапа. Не успеет. Успей, да? А, реал, мэн. Он на морфе слишком быстро его убил. Рош. Мы ведь сейчас рош. Or it's too long. Раз. Птица на Рошане где-то висит. А это уже твоя курочка. Чего-чего? Твоя курочка умерла, говорю. Горош, горош. I have zero mana. Okay, somebody need to tank, I can't. Your middle tower is under attack. No, oh, don't stack for shake, Goldie, man. Don't stack for shake. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Опа, тебе зависло? Ну, поврать с ним. В этот раз мы его два раза убьем. Я в этом уверен. Успех за нами. Back and shake, okay? Watch out for... У нас кабан есть. Watch out for... Так, а чё, мы два раза его не загасим, что ли? Бис мёртв. Сложно ловить. Пока без смерти лучше Рошан, на самом деле. И там бана еще. Неплохо. Подкиль, Ярик. Чего? Все, вроде взяли, взяли, хорошо, хорошо. Че, мне этого мутанта на антимаге надо как-то взрывать. Ой, возьми, пожалуйста. Я не могу это плюс 18 получить. Закинешь? Че там? Я кослаю в бабку вроде бы. Если я не ошибаюсь. Yeah, I can bait, but he's PC behind me. Come, 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 Wyvern, Wyvern, come, come. They're gonna jump me. 100%, 100%. Come. Pre-bait, pre-bait. Ярик, я зовут. Come fast. Be obvious. Careful. For the love of God, man. It's like same. Капец, у них там всех резист. Две 770, 62% резист. Ты такого не взорвешь? Тут никого. Ну, нельзя так драться вообще, говоря. Они дальше пойдут, наверное. I don't know, they just have so many items. Oh, it's so free, but Wyvern is like, I don't know what the fuck he's doing. It's like, I even know they're gonna jump me, but he's not there. I told him 10 times. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. So, 3. We have Necro Carrion. 6. Is under attack. 7, получается, да?
Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. А, ну найс, чё. Вот и бестмастер, и антимаг. Типа, я ставлю убер закладку. Но если он ничего не будет сделать. Антимаг, кстати, идёт в хп. Ну что, совет мне, конец. Не, не могу. Когда имба, нет? Я не знаю. Как его убить? Ну надо, чтобы я был живой рядом, без крови. Не, который раз, он уже, ну у него ноль смертей. Причем. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Да, это жесткий тип навыка. Угадай, что сейчас сделает? Принкаут? Ты даже не надо сейчас в этот раз. Не, это все. Майнсен Рошпит, can you try to run to Рошпит? Чё, он сдох. Try to run to Рошпит. Can't. В сторону базы может, а в сторону Рошпита не может получать. У меня есть хитрый план. Одна секунда. Перехитрил, получается. Ааа, крипы. Рошан. Слушай, это антимаг. Антимага убьешь? В Рошане, ну... Вероятность есть, на самом деле. Хотя он фуловый. Рант Рошан, left. Ой. Я его загасил. I have no mana, man. Слушай, ну я бегу Рошана. Подерись с ними сперва, не хватит. Я же говорю, шейкер надо повязать. Так шейкер не зашел. Ну он же шел. А сколько ты там понаставлял, что ты его... 12? Так сказал бы, что там мы почти убиваешь. Да я думаю, знаю, что я там почти убиваю. Там 12 уровень именно, я не помню, все по ней. Типа, я могу на антимага поставить триллиард мин, но я не могу поставить триллиард мин и так, чтобы их не убил этот бист потом. Let me get 25 mid. Is it behind me? Двадцать пятый на антимаге, все готово. У меня карт тоже 25. Сюшики, весла. Ну я этим это должен Рошан скоро брать, по идее. Try to fight anti-mage on these mines. Would be enough. I need to get Archseeker form, otherwise we can't fight. Не Рош убьет. Нет, что не делаю? Смокеть? Stay behind.
А, у нас морфошейки, кстати, собираются быть. Your top tower is under attack. Dire structures are fortified. Чекай, один антимага. 4 кхп уже стало. Да пофиг, я его взорву, мне кажется. А, она застанил шейкер через эту штуку. Кстати, умер на ВК, интересно, что он делает. Опа. Я дал молоко. Надо убить. Need to kill Tom. У меня, кстати, нет реинкарнации. Мне тоже скажи. Че, блинкаут? Не, не работает. Maybe rush up. Ать, оп, ух, эх. Ах, косы нет. Капец, конечно. Как же он ее хочет найти, моя? Что это? Так, шейкера не, нет, не взял тему. Чек рошен, 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 гайс. А, кабан. I'm low HP. Anti-mage bot, just check it. I mean, they're all dead. Yes, I'm gonna check. Go take Roshan if it's up. I just say, I cannot tank. Go, 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 go. Yeah, I cannot. Necro will help you. I'll kill anti-mage, guys. I'll kill anti-mage. I'm pretty сейчас sure. Just go. If he keeps farming our bot. Ну, если он дойдет на Эншей, я его убью. Сейчас его убьешь? Не, не, если он на Эншей дойдет, я его убью. Он вроде шел в эту сторону качаться. Там много мин? Нет, нет. Там мин, как я не знаю. На второй мировой. Подожди, на Шаршане мин? Нет, на Эншах. Please don't stand here, Wyvern. You need to cancel Shaker. You need to cancel Shaker. You need to cancel Shaker. No anti-mage, guys. No anti-mage, guys. Go, go, go. What the fuck? Собрал 3 слота на жир. Гуляй, Вася. Слушай, ну, не знаю, парень там в шоке, видимо. Он еще, скорее всего, выкачал талант. Но... I think he has no buyback. Just go. He has no buyback, I'm pretty sure. Just give me vision on our shaker. О, слушай, там... Пассивняк там. Vision. Vision, please, so I can use this. Живой? Помойку получается. Почти отъехал. Да береги на этих, наверное. Да, да, я умер. По-моему, бая, кстати, нет, что-то они отчаянно дерутся. Хотя кто за. Cold Embrace они явно не ожидали. Опа. Опа, лука нету. Опа. Опа, а что пошло не так? Holy shit, you guys are so fucking good. Go easy. No rest. You are good, man. What the fuck? Oh, you too, brother, you too. You are very good, you are very good. Morphing. Stay closer to mines. Against anti-mage. Слушай, если антимаг сюда прыгнет, он нет, как? Бум? Но он не бум. Еще долго до бум. Не, ну если он прыгнет, в принципе, в любом случае. We can try to siege this one. I mean, they have no shaker. If you give me enough time, I can plant enough bombs for anti-mage. Do we try? У меня курсор куда? We have 30 seconds more. Окей, окей. You wanna help? 80 секунд нет, да, надо что-то делать. We have a lot of time, we should do something, no? Не, все разошлись. Ну, не пушить пошли.
Тьма. Ты дай дом эверку. Он здесь. Так. Найти меч, скипин. А ну иди сюда, найти мага. Ярик, она тебя сожрет. Жбаный. Сейчас еще дам. Не. Я хил просто из-за Тараски касается. 40 секунд. 100 хп. Что, заметь, Тараску уже собирает вместо сатаника. То есть, понимаешь, сатаник пофиксит, но ему урон апнули не хил. 55 урона сатаник дает. 25 секунд. Где должен быть интересно? Где-то сайт, где-то сайт. Вот там. Там бы надо убить как-то. Сейчас будет нормально, не очкуй. Всем по сайленсу. От второго мана. Желаю вам успехов. Надеюсь, вы справитесь. Сейчас на мураке я минус армор видел. Это типа баг такой или это реально так работает? Сейчас get out. Что ты сказал? На бараке видел значок минус армора. Типа это реально так работает? На бараке значок минус армора. Как будто медальку на бараке узнали. Так а что, у нас нет на минус армор ничего? Нет, так работает, типа можно минус арморить строение. Конечно. Давно? Да. Да ты гонишь. Ну на товараж минус армор всегда работал. Нет, медалькой. Медалькой нет. Ну, а значок был как будто медалька минус арморными. Так у нас нет медальки. Вот и я о том же, что за значок? Требую пояснений. Пишешь? Can I kill these bitches? Посмотришь потом. Это не медалька. А что может быть вообще настроение за дебаф висеть у нас? Может баф от медальки? Хотя как вот это что есть, не работает. Потому что ты прям в тупик загнал. Что он там на морке делает? Надо подумать, что может висеть. I really have some mana issues. No wrestling quality, no wrestling quality. Can we do something? Не, ну я, к примеру, знаю, что... We have 40 seconds. We should take our tower, да, естественно. Да, это я, да, но... Типа медалька. В принципе, я у нас больше ничего не вижу. А, минус урон, минус от этого. Нет. Минус армора третьего спелла, короче, бабки, видимо. Понял? Рейскинг культ. Все. А, да-да-да, точно. Сыгываем. They're all like, they're five people. Can you go back? Can you go back? Go back. Don't fight, don't die like a dog. Wait for stuff. Иди, не бросайте меня. I'm out. Хочу на антимага поставить мин достаточно снова. I wanna explode anti-match again. Just give me time. I wanna smoke. Just smoke. Ну какой смок? Ну давай. Да я просто взорву их и все. Чё ты? Как это самое. Ты уверен в себе? Да, конечно. Как думаешь, зайдёт один раз? В два раза в то же самое место? На имчике, думаю, нет. Ща приготовлю что-нибудь другое. Нет, права. Нет, я живу. О, да. Nice, boss. О, да. Ну эко. Ой, дастики уже все, иди сюда. Следующий. Че, можешь демедж пойти? Я так думаю. Думаю. Да, давай, солим. Не, а че, я здесь реально, кого я здесь минами буду двигать? Тут всем пофигу на самом деле. I want. А кого ты будешь с руки бить? Строение. А, строение, на самом деле, если противники мертвые, мы и так слышим. Так пока живые. О, окей, здесь все два. Можешь помигать, что ты сейчас снесешься. С чертовой матери. Да, меня здесь видно. Ой. I need shaker form.
Ясно. Чё он? Слушай, да снеси тогда, ты ж урон взял, давай. Покажи мощу. Just standing back to not give me form. Ты посмотри, что творишь. Монстр. Донгроб возьми, ампушен, ампушен. Донгроб возьми. Так, я с этим, курсой. Масовмен. Шаленый. Шаленый тыкис. Опа, и последний барак. У нас нос пошел. Все. ГГВП изи как. Мегасы получается, так. Да, походу парни реально спокойствие. Если так не получилось. Ты, он антимагию на меня хочет прыгнуть. Ты видишь, какой урод? Антимэч, антимэч бихайн. Смотри, смотри, в трапу зашел. Давай. Вот он я. Да, да, давай, попрыгай. Вот он я, смотри. Че, отпинаем его с тобой вдвоем? Пошли, вон конечно. Он в трап идет снова. У него всего лишь тараска. Куда он пошел? А там замес, еще пофиг на него, наверное. А мне кажется, он нас сейчас боится просто. Тогда еще да. Как? Слушай, так они почему никого не убили? All life, actually, maybe back? Не прав, я убью. Back. Let's just back, go next Russian. We have mega creeps, just get back. Can we get out? Get out. Бессмертный прям, я не знаю. Нисколько вливает. Go, check Russian and stuff. Go. Get back, just get back. Guys, out. Yeah. В смысле, куда мы уходим? Чё бы мне взять? Да смотри, Рошан? Ты мы мегасы сделали, чё мы там стоим? Rush up, let's go. Rush up, let's go. Let's go. Не знаю, как вы, но я подожду кого-то. I need a agent, bro. Может, лоха подставить. Охотник за стримерами получается. Так, не хватает только паузы поставить после убийства. И вообще шикарный контент. Так. Wait, don't hit it. They're gonna come. No, they're base. Just anti-mage who can come. I take Aegis, you take Chiz. Посмотри. Ну-ка, фиксирую. Ага, красиво. Я отвлек их, забирайте, давай, быстрее. Now wait for Wyvern to respawn, then go. Chill for now. Okay. Чё взять такого? Ой, слушай, можешь Q-Ear взять себе? Get book? Хотя как-то фуфлыжно смотрится. Слоты хочу новые. Катка не затягивается, неинтересно. Скорость атаки есть, кстати. О, Элвин Туник возьму, наверное. А тут МС. Там скорость атаки. А? Инвист есть. Да, фуфло. А, вот это вот гадость сделал. Да чё, с руки бью, антимаг, может, не станет разок. Причём интересно, она зелёная, но лопасть не дает. То есть тут реально статы, которые всем подходят. В основном. Что-то не похоже. Там 12% интеллекта есть. Где-то бики beyond touches, maybe? Это да, это хорошо. I don't know. If anti-mage jumps on me, I guess I'm anyway in trouble. Чё, думаешь, БКБ мне надо? Я криты хочу. Лично. Я думаю, что нужно было брать мин. И взрывать трон. Не, слишком долго. Мне для этого надо миллион минут. О, слушай, синяя-то говно. Смог. А как ему намекнуть, что нужно забрать? Если я буду просто тыкать, он поймёт? Just get out. We have cooldown on Granny. Just wait, Granny. They have vision here. Ксэмфайр, can you drop your refresher shard for... Да ну Wyvern? Погоди, ну так неинтересно. Так, мы тут за эффективность есть еще боремся. Интерес в сторону. Сколько мне раз нужно тыкнуть, чтобы он догадался, что я хотим хочу. Так, я 25-й, короче, беру его, как хотите. Я пока. Wait for Wyvern 25. For now, chill. We really need to end this fast, I think. Димажик уже башарок вышел. They had a word here. Надо рунки подсветить. Bounties, guys.
Слушай, блин, как было бы классно, если бы тебе красные мины старые вернули. По идее. Почему? Ну ты просто ставишь их под одну точку, они мгновенно взрываются. Ну, идеально под геймплей. Есть зеленая, есть красная. Сейчас какие-то красные. Баунтис, баунтис, баунтис. Ельк, это тогда урона было меньше значительно, да? Я не играл тогда на тачить. Возьми баунти, Ельк. И мин должен стоять. 5.25 и все. Мне уже баунти не интересно. Слушай, вы файтиться будете, а я за баунти. Ну, погнали. Мордобой устроим. Там обисал практически, к слову. Да, пофигу. Меня, скорее всего, разрежут. Так, ты позиционку держи, что ты как нубас? Против анимая? Не, по всему ничего, но только у героя, блин, дайвер, дальность в 1500. И еще обисал на 600. 2000 в итоге. Баунти так и не взяли. Боюсь, так не работает. Да зачем ему надо? Масса Егис есть, у нас все есть. У меня рефреш. Я два раза в антимаг ультанул, по идее. Плюс еще станчик сверху с холдом рейсом. Мне надо еще три минки накинуть, и я могу потом скиднуть их, пушить, если они расслабятся. Can we just take a slow fight right now? What was that? I didn't see anything. So beautiful. Че, бисл есть, типа. I'll smoke, I need slot, anyway. Да ешь, киндры. Нормально. Так, ну шо, поехали, кидаем трапы по периметру. Need to see shaker. Опа. Антимах он фармит все еще. He's just hiding on shaker, it's insane, I can't take his farm. Oh god. Maybe you catch him top? Maybe yeah, just go anti-match, let me smoke. Let me smoke. Пойдем? Да, вообще. Go find anti-match. Ну куда он придется на все это? Олегис. Okay, I just lost. Careful. They have some ward, I'm pretty sure. I'm pretty sure they have some kind of ward. Мне кажется, что без курсива вообще никак. Я, в принципе, хил есть. Шекер, шекер, шекер! Прав, не отпускай шекер, это чё? Да чё ты это сам задумался? Let me get his form! Зачем? I wanted his form. Dire's courier is gone down. Типа у нас в итоге нет ультимейта у героя. А шекер байбэк всё равно. Ну должен быть байбэк. Yeah, he should be having. We're going. Sneaky. You ready, Wyvern? Okay, you need to eat me. Чё? Будь готов. Почему? По всему, Ярослав. Там меня антимах сейчас убьет, блядь, с этими заходами вообще. Не, не, вон, автоурон чешется. Так, я в пустыню как-то тут. Сейчас ты не славский. Антимеч типи. Да, он типи-то. Ну вот а он. Тебя. Видишь, я стою в позиционке, нихера оно не работает. Где-то. Мне как-то уже не... Just get out, just run away, I don't know. We need to get a pickup with mines somewhere. Yeah, I'll try. Mines. Кстати, может убил бы антимага, я хз. Но я решил не рисковать. Нет, не убил бы. Капец, на него много надо. Это шок. Окей, тогда они need a lot of time. They're getting a lot of gold right now, because Griffs deals same gold. 4600 плюс что-то там по резисту. 4600 кп в антимагу. 4600. 73 резист. Так. То есть у него 4600, мне надо 4 раза больше мин поставить, чем у него есть. То есть 4500 на 4. 18 тысяч урона.
Ого. С щитом мы видим все. Проиграли. Ну, бывает. Не, на него 18 тысяч урона. Не, ну тут если бист просто покажется, 18. Он, в принципе, забайт эти камни-то пехнутся. А за две курсы их убить вообще возможно? Не знаю, кстати. Я не знаю. Меня видно было, кстати, прикольно. Давай, они твои. А какая настоящая? Как ВК настоящий. А, меня весь мастер ждал. Все. Я фиксировать. Блин, ну чувак, конечно. Ну ВК, ВК, ну не отпускайте. Their base is fallen. Тима, просто пофигу на мои вещи. Я две курсы не нажал. Просто закрыл этот дурень на морфе. Шейкера превратил. Guys, I have no buyback. The enemy's middle tower has fallen. Can we switch item? You can take this. I give it a 7. Maybe wait minute 60 items. Алло, 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 алло. Алло, алло, да-да. Не нужно. Интересно. Очень классно работает, да, Golden Brace с этим бастом. Меня убил герой, потом только получил стан. Как тебе такой Илон Маск? Милишник. Ты думай. Guys, can we just chill for a while? Completely. I need like 3 minutes to plant anti-mage to kill. Can you give me 3 minutes? AFK. Блин, мне проще на самом деле убивать всех, кроме антимага вообще. Вообще всех, кроме антимага. Ну это нереально. А, кстати, он что-то поменял, какой-то слот. Нет. БФ. У него 4К. Да, нет, у него 4К хп вместо 4,5. Гоним сил? Нет, не сил. Да, слотов ему, конечно, еще дофига можно накупить. 7500, то есть мне надо на него 25 мин поставить, короче. Нормально. Ну, мы начали с ультимейта. А есть ли смысл клиф нажимать ради урона? Не, про урон, конечно, было пратика. Мне кажется, не лучше идея. Ну я, в смысле, я помог нам сесть в сторону. Просто я хозяю, чем еще? Так какая, ну куда он посудал? Так я все равно еще не сделаю против такого. Ну, я... I need to refill. В принципе, да. Там красных, наверное, стакать можно. Там без бая ВК. Морфинг сдохнет, помянем морфинга, смотри, он без ВК. I'm low. Антимэч бейс, антимэч из бейс. Короче, я, наверное, жахну просто где-то в миде. No buybacks on 2 heroes, please. Let's do this. Рошан. О, я видел его. Вот он. Это не он. Мы берем сейчас ап. Еще у нас 80 секунд такой. Yeah, just go. Just go, maybe. Чек не рошка-то? Get Russian fast, no? Or... Yeah, yes. Ну, какой слот? А чё, что он говорит? I don't know, man. Окей, окей. 60, так слово. Careful, courier. Wanna steal. Чё там, аганим на рошке, да? А возьми. Give it to Wyvern. Give it to Wyvern. Чё? Какие варвары? Ты что, шутишь?
Мне варды дало, что мне с ними делать? Бро, рефрешер ту Финтер, но? Get new items. Надо. Куда мы прямся? Get new items. The roll up. Сперва just get new items. Дальше идет, да. Not get jump right now. Надо антимагу не дать их упасть. Ну как, убить себя. Не, невозможно. Они же сильные сейчас, их пятеро. Ой, фуфло. Ты вот эта книга такая, да. А что он делает вообще? Take fallen sky someone. Нельзя выбрать целью. А, ну типа... Ну это, наверное, марафон. Give me force boots, I don't have slot for boots. Ты его возьмешь более? Oh, no, it's bad, it's bad, it's bad. Да, да, я не знаю, но... Давай я возьму. На тебе книгу, Айона. Будешь бессмертный. А что делает? Сейвит типа, да? Вилка, короче, второй спорт. Take refresher, Wyvern, here. Вау, жёстко. Wyvern, come here, Wyvern, Wyvern, Wyvern. Возьми рефрешер, рефрешер возьми. У меня варды. И рефреш. Так, что по дальности? Нормально. Can we just chill now? Or... Рапира. Get out. Там один удар остался. This fucking tomb. У них предметов нет пока, я не знаю. Давай его на пол. Загните на этом. Ну там будет, смотри. Энти меч, энти меч, энти меч. Can you just ulti him on Winter? I'm running. Эх, где этот неограниченный обзор, да? Как у визажа с игонимчика был в первые дни. Когда-то у меня тоже он был. Смотри, сейчас застань его. Куда он ушел? Please, bro, you have double ults. We can get there in time. Ну, сейчас тут останется, не? Сейчас я поймаю. Maybe he is still there. Короче, я на базу ставить мину. Не, ушел. Дивайн, дивайн антимич. Дивайн антимич. Улетел я без бэбэка. Guys, we are losing ages again. Not really like this. Here goes nothing. Here, have one. Ooh, hope this works. Let me these scripts. There's a good little mine. If they go push our base, I'm gonna kill Racing two times, okay? Don't care about Racing, just red him two mines. Ты, кстати, можешь эту книгу на противника применить, он не смог предмета нажать. Mm-hmm. Он ничего вроде бы не может, ну, не атаковать, ни предмета, а сало кидается. Не сможешь применять способность использовать предмет и атаковать. Это сомнительно, конечно. Ну, чисто, да, как виловка чё. For my buyback. Get bounties. Aww, just look.
А чё, форс-бутсы никому не надо? Они в смоке. They smoked. Там топоры летают непонятно откуда. Антимага нет. Мы всё, антимага Battle Fury встроенный. Не, он купил Battle Fury. Он его продавал? Антимага на топе он. We're gonna set them here. Really strong. Бить его надо, не? Все, там уже 100 жизней. Антимаг у меня. Он меня не убьет, смотри. Сусать на антимаге, сусать. Все, доволен, блядь, на антимаге. Фига ты жесткий. Антимеч, на антимечке, на антимеч. We need to fight very good. Андаем ты сейчас, смотри. И в рейскинг. А что? Погоди, а что они могут делать? Че, ничего? Алло, блядь. Да они меня сейчас убьют, на самом деле. Тавр. 1700 урон на тавр нанес. Ну ты его вынес, тавр, ты еще раз его вынесешь еще. Так они подойди, там нету дальника. А что так раньше не сделал? Там шейкер, короче, только. I got it. А, еще один есть. Слушай, так все, я сейчас в трон залетаю. Давай. Дизольчик можешь какой-то? Или что-то, чтобы ты просто долго там висел? Ну, здесь, давай, нобайбэк! Антима. Губап. Роман тоже умер. А нет, бессмертие. Ты, кстати, тоже не можешь нажимать книгу. В смысле, это... После 60 минуты шняга хуже, чем no, просто скилл вилки, ты думаете? Ну да. Че, не бартак это что ли? Try to get out? I have mines on base, just get out. Zero mana. Just running. Ярик, ты под вардом! А, это вард? А что там вард делает? Показывайте. Подстава. Смотрим. Чё ты расслабил, я смотрю булки-то. Ты я байбекнулся, не понятно зачем. У них глифа нет. Да. They have no glyph. Maybe we can just run? No? In smoke. We have a lot of smoke. We can run. Я have a lot of damage. Он может меня нажать? Man, you can use Arctic Burn on me and в Tron. Can you use Arctic Burn on Wyvern and Tron? No, it's not working because I have Axe. It's not working when I'm using myself. He don't have... Go, kill! You sure? Quit arguing! Это не то. Just Tron. Don't need to fight. Guys, I don't have buyback. Это почему меня забашил? Я сваливаю. Ну, они начали драку или типа или мы начали драку? Нам же просто в трон надо было идти. Do you have smoke? No. You're fucked. Реально, зачем он байлся, я? Смотри на морфа. Сюда не что-то увидеть. Ну, ультимативно это они. Ну, просто в трон. Слушай, наш кроме шейкера там никто поймать не может. Не actually give me flicker? Если залететь два рыла. Морф, do you hear me? What? You can use your... Agonims on Wyvern, and if you fly exactly on top of Tron, they can't hit you because of they are all melee. I can't look my old my first spell. Don't work. Use form morphing, only Wyvern. You see, you stay inside of Tron, they can't hit you. Yeah, but like if
Yeah, but if I'm going in my form... Don't go, just hit Tron, why you want your form? Yeah, no, that будет... Just hit a Swiver, no? No, it doesn't work because I have Uggs. And it gives me the Winter Wyvern Uggs, and it works only in Wyvern form. That's fine. Yes, use Wyvern form to hit Tron, what's your problem? I don't get it. It doesn't work. How can it not work? You look! I'm going right like that. Yes, don't turn back to your form, don't turn back to your form, just use his form to kill, that's it. Just don't get back to yours. Знал, что кибератлеты не особо разумные, это не до такой... Что с ним не так? You can hit in this form, do you know it? You see? You can just hit Tron in this form, flying exactly on top of Tron. Do you understand? На скрипов нет. But we have backdoor, we need creeps, guys. Chill. Don't fight, no buyback, just get back. We need creeps on the Tron. Don't do anything before that. No more kills, just get Tron. You and Wyvern, just fly on top of it and hit. That's it, they can't reach you, anyhow. Да триллион маленьких антимажиков просто. Через зиму-то не заканчивается, кстати. Куда? Go back, maybe. Guys, go back. What are you doing? Don't fight. We don't fight. Ну, скорее всего, мы проиграли уже. Видимо. Да. Ярик, короче, иди сплетай понизу. Я постараюсь поддержать их тут, ладно? Давай так сделаем. Прям приведи крипасов себе. Я, наверное, апну тревела и на тебя прилечу. Че я думаю? Пока он там не заминировался к хуям. У меня какой-то дэмэдж все-таки есть. Хотя хз там, по идее, если они тебя бьют, то это сам. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Димас у меня откушивает. Вот, иди. Не? Я тут не Димас ищет. Я бегу к вам. Не, что-то на базе мин нету. Убил двоих. Откидывайся, хазу. Низи, ребят. Тут шир валяется. Чиз. Или не изи, блядь. А там антимаг еще. Антимаг. Я не знаю, почему эти типы не пошли в трон, это что? Ага, с моими крипами выиграли. На зомбуре пятерки с антимагом против минера поиграли. На котела, конечно, интереснейшая. Ну что тут скажешь? Реально, ну, он же мог на морфе это выиграть, если бы он просто сделал, как мы сказали. Ну тогда. Четыре антимага убил. Он за все время умер 5 раз, его 4 раза убил. Только толку никакого. Ну как, нет, ну, мы были близки на самом деле. Было близко. Фух.
Реально жесткая катка получилась. На мой взгляд, абсолютно была выигрываемая. Все, что нужно было сделать, это Марфу понять, что он может в аганимной форме Виверны вместе с ней залететь реально на их трон и просто убить его. И его нечем будет стукнуть. То есть, я хз, я вроде все нормально объяснил, вроде все понятно. Он вроде бы даже понял, но все равно почему-то он этого не сделал, игру выиграть не захотел. Ну, бывает, что поделать. Там реально было 5 миличников у противника, если бы они еще не были моими контрпиками, то халява для Тейчеса. А так получается, халява для Марфа и Виверны, но старт у нас был плохой, Ярику не получилось поэтому выйти в большого кора быстро. А на Морфлинге саботировал наши нестандартные предложения, парень. Что поделать, ничего страшного, все равно катка была такая довольно насыщенная, надеюсь, понравилась. Все, увидимся завтра, тут же, в этом же месте, в это же время. Подписывайся на канал и ничего не пропускай.